Die Masse, das Volk, ist eine Frau für mich. Я приветствую корпорацию тяжелого рока и рокеров Москвы. И я сейчас нахожусь здесь, в Ташкенте, где у меня действует Шамбала и такой как типа творческой командировки. Но в отличие от Саддама Хусейна и там других, я никогда не буду расстрелян, повешен, я всегда жив. Я жив в душе каждого фашиста, нациста, поэтому ждите меня. Я здесь нахожусь как типа в ссылке, как типа притаился. Три в одном, не черный кофе, блять, пошли отсюда. Не три в одном это же разбавленная сессия, да? Надо черный кофе, черный. Иди позови хозяина, хозяина позови. Не, я не могу только без перца. Девочка, принеси это без перца. Нет, здесь только перца много. Острый перец. Перец, знаешь, такой перец? Дураки они, что ли, там такой? Извини. Алло! Здорово, паук! Здорово! Да, мы сидим здесь, вот и тебя вспоминаем и говорим, хорошо, отдыхаем ташкентским солнцем, кушаем лагманы разные, говорю, столько болезней навалилось. Я очень хочу, я в бедности здесь живу. Ну вот здесь такой бабайская меня придет, прижимает, блядь, жизнь там. И у меня только поддержка, вот моральная, духовная. Большое спасибо тебе за статьи в интернете. Я 7 страниц переписал, везде все показываю. У меня много твоих этих прибамбазов, половина квартиры, твои фотографии. Оформлен, да, очень тебе не хватает, очень, ну, года идут, вот, и это, черт возьми, я тебе говорю, уже форма немного не такая, но мне бодрость духа дает, вот, всегда память о тебе, присутствие тебе, как. А так живу плохо, херово, херовато, он видел сегодня, бедно, а, давай. Откуда вы приехали? Я приехал из Ташкента. Ваш бункер в Ташкенте. Скажите, как вас зовут? Александр Шишкин. Чем вы занимаетесь в мирное время? Я живу жизнью, плохой жизнью, как должен быть Гитлер в Советском Союзе, да? Был фестиваль. Но Пугачевых, Ленинов попали. Тогда была тенденция такая. Всех похожих людей со всей страны собрали, объединили как типа концерт. И когда я приходил одному узбекскому тоже режиссеру, посоветуйте, как мне играть Гитлера? Он говорит, только не играть дурака. И все равно я пошел по схеме, стереотипу. Я выходил на сцену под марш. Они не могли еще достать. Это Шостаков. Немецкие, да. Немецкие марши тогда были дефицит. У нас сделали картину документальную.
про странных людей, которые на грани сумасшествия. Понимаешь? Вот, оказывается, есть в медицине понятие пограничное состояние, грань. Вот дальше уже я буду ненормальным. Вот дальше. А я сейчас балансирую между нормальным состоянием и сумасшествием. А я сделаю. Гитлер! Гитлер, иди сюда, иди сюда, иди. Фотограф. А я хочу с Гитлером фотографировать. Да откуда у людей вот такой симпатии к этому образу негативу? Я жил с разными бабами, я тебе показал. Но я получал мало. И фактически почти что ни одна девочка, ни одна соседница не согласалась со мной жить за копейки. Я жил рядом с Красной площадью, там, буквально в таких трущобах, подвале. Это были голодные годы. Узбеки меня зажимали, на работу не принимали. Нет места, нет места. Вот настолько нас воспитывали любовь к искусству. Искусственно нам говорили, ты пришел, забудь о деньгах. Вот все, ты уже жертва. Я себе жертву искусства. Я подумал, вот народ, а среди кого жить? Вот я рвусь в Москву. Я хочу в Москву, потому что у меня действительно предназначение. Что за люди здесь? Куда я в Москве не обратишься? Сразу мне плохое делать. А чего вы делаете? А чего вы мне плохо делаете? Ты войну начал. Подопьют? Я войну начал. Вот ко мне относятся как к настоящему. А то, что на Манежной площади я там зикали, кричали. Там потребность Гитлера, а Гитлер на самом деле в Ташкенте живет. Здесь вы что, хорошо, узбеки? Не понимаю, Гитлер, чего? А Гитлер кто такой? Не было Гитлера. Не было. Освенцев не было. Не было Майдан, никто мне никакой. Александр Шишкин, Гитлер, Ташкент.